Всем привет! Вы на канале Family Blog. Скоро у нас будет праздник, день 8 марта. И я решила для своей доченьки сделать подарочек своими руками. Она очень ждет этого дня, потому что она любит, когда ей дарят разные подарочки. Это будет блокнот из подручных материалов. Буду его делать первый раз. Самой даже интересно, что получится у меня. Поехали делать! Блокнот будет большой. Она у меня любит порисовать, поэтому маленькие бесполезные дариться, они буквально на вечер. Вот я подготовила листики для блокнота. Здесь есть обычные беленькие, есть несколько цветных. В виде обложки будет, я взяла картон. И все листики я немножко подрезала, уменьшила. Ну, примерно вот так вот они будут, меньше немножко. Беленькие тоже все подровняла. Нам понадобится дырокол, чтобы потом продеть через все эти дырочки вот такой вот шнурочек. Для начала все листочки я согну пополам и разрежу. Кстати, можно специальные листики просто пойти и купить в магазин. Ну что, вот у меня такая стопочка готова. В этот блокнотик потом можно постоянно листочки добавлять, а некоторые убирать, просто развязав вот этот шнурочек. Очень удобно, кстати. Теперь я возьму примерно половину, ну, чтобы мой дракол осилил, конечно, такую стопку. И нужно сделать дырочки. Также нужно разобраться с нашей обложкой. Его также надо поделить пополам. Немножко перетасую, чтобы они были в разных местах. Вот эти яркие листочки. Так, пока отложим это дело. Возьмем переднюю часть нашего блокнотика и будем сейчас его украшать. Я распечатала Аринину фотографию. Мне очень захотелось наклеить. Вот такие для украшения у меня есть стразики. Ими я и воспользуюсь. Хочу сделать на внутренней стороне обложки конвертик, куда она может что-то спрятать. Какие-то записочки, либо что-то еще. Итак, я тут померила. Нужен квадратик. У меня это 17 на 17 сантиметров. Итак, будем делать конвертик. Вот эти вот уголочки должны заходить друг на друга. И стороны должны получиться параллельные друг другу. Вот это у нас клапан. И я хочу сделать прорезь. Теперь приклеим, смажем вот эту сторону и вот эту сторону. Все, вот такой вот конвертик у меня получился, и он будет закрываться. Теперь я его наклею на обратную сторону обложки. Конвертик у нас готов для ее каких-то, возможно, записей или секретиков. А теперь пришло время украсить лицевую сторону блокнотика. Вот так вот я украсила лицевую сторону. Хотя можно было предоставить это дело ей самой сделать. Ну ладно. Все-таки мне тоже очень приятно для нее что-то сделать. И хочу сюда еще приклеить. Все, вот так вот. Все, использовала я все наклеечки, стразики, которые у меня были.
принципе, здесь можно было лицевую сторону украсить как угодно. Фантазия ведь у всех большая. Ну что, теперь будем собирать блокнот? Так, у меня будет два небольших кусочка. Здесь я продену одним кусочком, а здесь вторым. Все, а теперь красиво завяжем. Плотно не завязывать. Нужно, чтобы блокнотик раскрывался. Вот такой вот блокнотик у меня получился. Мне очень понравилось, как у меня вышло. С этим вот потайным конвертиком, потайное место для секретиков. Блокнотик получился довольно большой, как я и хотела. Для удобства продают кольца металлические, специально для скрепления вот таких вот листов. Ну, у меня не было, у меня был такой шнурочек, я его и применила. А вы можете сделать по-своему. Все, всем хороших праздников, всем пока!